Давай это Дезвиш, мы Дезвиш не проходили. А я не проходил оверкилл. Давай сделаем. Дезвиш. Давай я хотя бы узнаю, что там в стелсе, а потом мы пойдем Дезвиш пройдем. Ну ладно. Мафинки. Может, сегодня? Да, а чё? Короткий же. Я возьму себе сюрикены. О господи, я уже тут смотрю руководство, кто-то сделал билд агент 47, на который хитман. Забей. Джаз забей. Наркоманы, видимо. Кто-то еще хал тут тверк? Вот? Или нет? У меня здесь нет тверк. В смысле, у тебя тоже должен быть тверк? Это, короче, по потряс. Хал тут тверк. Катя, тверк это попотряс, это когда жопы трясут бабы и считается это да за танец. Да я знаю, что такое, это там, знаю, там знаю. Жопы трясут на другого, а там это, там... Какие там у меня маски там от другое. Лисек? Я хоть гляну. Так, давайте там, нет все делайте, такого. Пока я дойду. Ладно, ладно. Делайте там, пока все закупайте. У меня какой-то Мегатрон. Это чё за херня? Я Оптимус Прайм. Ладно. Нет, это, знаешь, это из Могучих Рейнджеров, там один из боссов этих. Вот сейчас это оскорбление века было, Катя, просто вот. Вот возьми это самое. Вот. Как его там звали? Зорк или как ты его, блин, не забыл? Нет, Зорк это... Зорк это добрый компьютер. А, нет, тут был Зордан, Зордан это был. Я поражает, что Катя разбирается в Могучих Рейнджерах. Там была, короче, Рита, баба злая, помню. И, по-моему, этот еще какой-то. Первый сезон, который Power Rangers. Первым, кажется, баба, да, была? Рита. Рита, Зита, Гита. Power Rangers. Сейчас надо все посмотреть, там по-любому есть. Для 14 минут. Что-нибудь. Так. Дураки. Так, я ничего не делаю, потому что у меня здесь жуткий рецинхрон с вами будет. Короче, какой эскейп-план лучше? Ну, мы машину оставляли. А там как раз, короче, стоит, как выходишь из хранилища, сразу буквально через проход перейти. Понял. Так, то есть доступ к камерам нужен? Блин, ну если камеры отрубятся, то он нужен. Потому что иначе эта камера палит хранилище, где вот комната с охранниками. Потому что когда открываешь дверь, она сразу же начинает пищать. И может быть дрели. Дрели вообще не будет, да? Дрель. Нет, дрель тут не нужна. Мы там узнаем коды охраны и просто открываем сигнал. Так, тогда нам нужны бодибэги, я так полагаю, да, побольше? Да, бодибэгов надо много. Там получается мы сразу же двух охранников на в самом начале уберем. Я потому что вот они здесь очень будут мешаться нам ходить, мы будем там часто бродить. Вот здесь норм? Это первый да. Этаж сбоку. Так, сейчас смотрим. А чё, я не вижу? Ну сбоку, снаружи, вот, сейчас покажу. А. Во. Так. Не, а с левой стороны есть? Тоже есть, да. Давай лучше с левой. Вот где бассейн. Ставил. Где-нибудь там, ну. Там поставил. Удобнее. Можно еще поставить где-нибудь внутри. В комнатах отдыха справа вот здесь. Ну, внутри поставь. А, в комнатах так. Отдыха. Это второй этаж, да? А еще нужен, короче говоря, тут Control Freak скилл, чтобы открыть двери клеток.
чтобы позицию гитары поменять и чтобы отключить металл-детекторы. Знаешь, а там вот есть какая-то это баба. Купи бабу, посмотрим, что она делает с тем типом. Mm-hmm. Как она его отвлекает. Баба, которая на этом, на дирижабле? Не. Mm-hmm. Сейчас посмотрим дополнительно. Сейчас его человек. Вот свой человек у меня полностью заблокирован, потому что у меня нету скилла Control Freak. Открытие, отключить. Нет, это не то. Прикрытие. Очаровательная Энни. Вот, а, вот это, да. Окей. Вип-зал. Угу. А гитара это, короче... Мы изначально маски не сможем одеть. А-а-а. То есть надо дойти до кейса с гитарой и там забрать снаряжение свое. Ну то есть вот неважно вот. Где она, да? Да. Но она обычно слева там тоже лежит всегда. Смотрите, может это вот. Металл-детектор нужно отключить или там двери какие-то открыть. Insider Help, который четвертый по списку. Так, сейчас посмотрим. Вот металл-детектор может быть отключить, потому что все равно туда-сюда ходить будете. А, отключать? Ну вот Security Center мы сейчас и откроем. Easy тогда. Окей. Чё ты открыл? Security Center? Это где? Ага. Ну, это вот на том этаже, где чуваки в очках. И ещё есть где. Можно Metal Detector отключить? Ну, давай. Срань. Там, в принципе, они нам не мешают. Сильно. Ну, давай поставим гитару вот здесь. Пофигу. Как раз зайдем и слева оденем. Хера тут. Сейчас попить налью и иду. То есть, короче, так, 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 все. Так, изи я план. Сейчас за водой схожу. Все, вы сделали? Да. Че, кол? Я тут. Подожди, подожди, у меня тут акт рисования. Во. Боже. Это наш что план. Это наш план, короче говоря. Мы входим, делаем рейджера и выходим. Рейджер прекрасен. Ты что, похож? Надо еще. Побольше волос, побольше, побольше. У меня закончилось! У меня закончилась рисовашка. Ты ему кадык маленький нарисовал, безобразие. Нормально. Это не кадык. Я тут. Это у него такие грязные уши, что ли, потому что... Ушную серу там, да? Кстати, прочитайте это описание хайста кто-нибудь у кого на русском. Это дело. Это очень серьезное дело. Нет, молчи. Я объясню все в процессе. У казино Golden Green много денег и очень большое хранилище. И под словом «большое» я имею в виду хранилище на уровне банка Benevolent. Вам придется серьезно постараться заткнить флик, даже если будет брать задание штурмом. Дантист скрывает, что именно ему нужно доставить из хранилища. Чтобы это не назначило, он лично убедил меня в том, что больше не будет нам помехи, как только мы закончим это дело. День можно завершить, не поднимая тревоги. Все, пошли! Let's go! Читаешь? Серьезно? Yes. Когда, слушай, когда, знаешь, там это... Когда в школе, ну, по очереди читали, ты там долго читала? Мне кажется, все уже там спят, когда ты это дочитал, такая... Я дочитала! Дурак. Да? Я прав? А где? А вот.
А что, ну нельзя вперед проходить, да? Это охранник. Ты охранник? О, привет! Как дела? Или не охранник? А, ты охранник? О, точно. А, нет, не охранник. Это охранник. Нет, не охранник. Он пошел реально в бассейн? Охранник это. Охранник. Не охранник. Да охранник это. Да охранник. А как не охранник-то? Вот, алло. Нет. Ясно. Боже. Да вот забей, это вот, что по-твоему? Это женщина. Таня, да, почему до сих пор нельзя? А, вот, окей. Разве это не охранник? Нет. Я да, понял. Это женщина. Я прыгать не могу. Так. Так, чертежи, Golden Green. Падал. Окей. Король падал, а где ты? Давай потом заберем. Ну ладно. Потом заберем. Так, мне надо там что-то забрать. Так, металлодетектор мы отключили, да, говорит. Вот этого ублюдка надо убирать, я считаю, сразу. А там камера. Но он будет махать просто так в трубе вентиляционной, это нормально. Это хорошо. Ну. О, привет! Здесь хорошо. Ну что, я его убираю, да? Ну тут камера, смотри, он прям под ней стоит. Да. Я думал. Ну ладно. Я могу лупнуть камеру. Так ее можно разбить, Роя. Можешь вот сейчас его убить. Да, он уже ушел, пока ты лупаешь. Профессионал такой. Тихо! Я лупать камеры хотел. Знаешь, как хорошо лупать камеры. Так, а я взял, короче говоря, свой скилл-то клевый, но вроде как взял. Здесь можно не паковать его. Да? Ну все, я... Ну там никто не ходит. Я сюда вот закину, да, вот сюда закину за камеру. Мало ли кто-нибудь его подопнет, я не знаю. Вот это нам дверь нужна или архив. Что? Так, окей. Видишь, архив подписан. Я открыл. Там бабенка. Да. Тут камера. Еще одна дверь, бабя. И там баба будет стоять. Библиотекарша. И что, с ней поговорить можно? А, вот она раком стоит. Смотри, тут камеры. Аккуратно. Две камеры. Нет, три. Я вижу. Ну, сейчас я... Шмана из стеллажа. Угу. А что там флик взламывает? Он там взломывает это. Киса. Оу, воу, полегче. Малыш. Мы к такому близкому знакомству еще не готовы. Баба пришла! О май гад. Связывай. А, я понял. Да все нормально. Ничего. Не так, все нормально, просто бабу связали и камеру вынесли. Бывает. А, я нашел, это куда мы выходить будем? Выходить. Че там, тройка, да? Да, три. Да, тройка. Сейчас я минутку. Так, хорошо, флик ищет код, а я ищу чертежи. Для чего он чертежи? В смысле, я уже нашел. Это чертежи казино. Мы сейчас узнаем, что где лежит, видимо. Конечно, отсюда-то не смогу выйти, по-моему. Наконец-то нашел. Пошли сканировать. Вот тот ублюдок, его надо будет тоже убивать. Вот, потому что много будем тут ходить. Да мы много тут будем ходить. Так, его не видит камера? Видит? Ну, как сказать? Такое. Нет! Видимо, нет. Всё! Это бывает. Флик, какого хрена? Так, мне упаковать, нет? Не надо. Я открываю дверь. Не ходят. Давай. Сканируй вот здесь. Там. Сканирую. Флешку забирай. Флешку. Да хватит лупать. Гол за списком гостей. Воу, так. А это откуда, парень? Кто? Без понятия. Еще он один? Там еще. Да. Да. Ну хорошо, что я убрал. Так, давайте я уберу вот этого ублюдка. А, он вышел, да, он вышел из этого. А, это этот? Нет! Вот этот тут сидит до сих пор. Я понял. Хорошо, что убрал. Так. Кто пойдет за списком гостей? А вы не можете его без надевания маски? Ты должен идти, у тебя же флешка. А, окей. Воу.
Что там, знак? Я в душе. Сейчас постараюсь быть как можно более осторожным. Вау, как нихера себе, как далеко пилить-то. Да, тут никого нету. Тут через все казино. Ну, поэтому мало я через людей, луков понял. Вот этот. Копирую. Теперь брат. Изи, видно. Охереть. Так, там чувак ходит. А, все. Я снова. Я не знал, убивай? Что ходит. А, окей. Да, в смысле убивай камеру? Камера. Ок. Я не думал, что он тут сюда отходит вот так. Он у меня вот сюда вот подошел, и я пока вот это вот все вскрывал. Короче, здесь нужно делать все одновременно, да? Искать код, потом искать список гостей и находить эту херню, да? Я так понял. По-хорошему, ну, да. Чтобы потом уже с кодом прийти в хранилище. Самая жизнь будет с водкой. О, это заново все расставлять, фак. Так ты же все запомнил вроде, да? Нет? Ну да, да запомнил. Нет? Так, сюда. Ну, тут расставляй. Сюда, так. Доступ к камере на сайт. Делакс, ты же знаешь, да? Делакс. Мол, засрали эти машеру. Ну да. Охереть. Так. Все. Расставили. А бабу взяли? Да. Да. Катя взяла. Да, ну, все нормально. Катя, лесбиянка. Let's go! Не мечтай. И чё, а я об этом помечтаю? Ну, гитара, да? Там же забыл. По дефолту? Мичо, уборщик где-то оставил тут херню. Да, я пройду сквозь тебя, малыш. Тут аккуратно охранник, алё. Ой, да подумаешь, что он увидит, что ли, что мы копаемся в гитаре? Ну да. Хер с ним вообще. Как-то подозрительно, чё-то. Ты, пфф, а они пришли в казино. Да блин, можно я заберу, алё? Там, что там есть? Усыпляющий газ? Окей. Да. Это надо будет отравить потом, когда в хранилище. Это вот в той, в security room надо будет усыплять даунов. О, парень, 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 парень. О, привет! Блин, а если я в архив-руме вырублю всю эту фигню? Какую фигню? Вау! Где бабуля? Ну. Вон она. Если я все здесь камеры вырублю, что будет? Ай-ся! Соси! Я, короче, вырубаю их. Проверим заодно. Думаешь, он пойдет? Ну, не знаю. Положись, пожалуйста. Спасибо. Теперь можно спокойно работать. Кто ко мне сзади подошел? Я достал. Так быстро? Я. Не подходи ко мне. А где этот говнюк? Вон он. Мои цифры еще нажимают. Вот же, да. Ничего не делает, а мои цифры нажимают. Я твои цифры трогать не буду. О! Тут комната поменялась! Да. А, куда мне идти? Надо искать, да? Хранилище, окей. О, привет! Я фейерверки нашел. Короче, я оставлю эту картину. Вот сюда, Эмбия. Сюда. А кто-нибудь нашел, куда нам? У меня. Потому что мне надо эту картину отнести. Да. А, вот я нашел. Хо-хо-хо! У меня полностью заполнился. Есть.
Так, а где там парень-то? Я открыл кое-что. А, вот. Пешка. Я ж засунул. А, окей. Нет. Видимо. Так, где этот козел? А зачем ты в сумку ходишь? А у меня фейерверки, это. А. Не знаю, нахера они мне. Так, где этот козел? Вы его убили, нет? 4-4. Их тут двое, их тут двое, их тут двое. Да. Вау. Он меня может увидеть сейчас. Тебе что-то не нравится, Кать? Увидели. Потом разберетесь. Даже не знаю, стоит ли их. Там еще один увидел. Ну как так-то? Я ж по ней стрелял. Капец, обойму втулил. Их двое здесь. Вылезает. С надо, одной короче, стороны? Отходить. Да-да-да, если, по-моему, камеру убираешь, тогда он выходит. Mm-hmm. Че, не сносить камеры? Ну, no. Хз. Можно попробовать? Так, то детекторы. Всё? Угу. Тёлочку, тёлочку, тёлочку! Да, купили, купили, купили. А если не купить, то что будет? А, ну я не знаю. Мы её ещё ни разу не играли. А, окей. Не работает. А вы двери открыли? Ты-ка посмотри, что она там делает. Ну, она типа отвлекает мудака, у которого на security карту стырит. А, понятно. О, малыш, хочешь со мной поразвлечься? Она все равно с нами уедет, да? Тут дверь закрыта в ресепшн. Эдди же с нами поедет. Она должна с нами поехать. Да. Не знаю, куда она поедет. К нам домой. А, так. Угу. Тут два пацана слева, если чё. Окей, пойдём с другой стороны. Хотя нет, они не идут. Сейчас, короче, когда одеваешь маску, написано «маскировка». Маскировка. Так, архив в другой стороне теперь. Fuck. Ага, понятно. Вот здесь архив теперь. Найдите мне, где тут, где гараж. Или сзади, сзади один идёт. Да, я вижу. Деливери, да, Ром? Где? Здесь сервер, да. Фак, он меня видит. Mm-hmm. Подожди. Там второй. Ещё. Ведь надо свиш непробиваемые камеры. Mm-hmm. Если... Надо смотреть же. Может, успею? Говорят. Подожди, сейчас он свалит. Где этот? Ну, я успел. Где этот? Где фургончик? Слева, справа. Я не знаю. Мне вот нравится, когда камера вот так вот стоит. Я ничего не открывал. Вот это дискотека, да? Вообще охереть. Да ёпта, ладно, придется баба. Искать. Кать, помечай мне их. Так. Delivery room, да, тебе нужен? Мне нужен тот, кто выходит на этот. На фургон наш. Во, Дилекс, подсвечивай её мне, да? Я понял, где он, кажись. Не, я туда не пойду пока. Она идет вот здесь уже на углу. О май гад. Подсвечивайся, ты, падла.
спасибо. Эти чертежи найдут сказать, нет? Не, реально, оверкилл, ты бесишь? Нормально. Там, видимо, запрограммировано так, что чем больше ты обшмонал здесь говна, тем больше шанс найти. Я гребаный ноут. Все, я вышел, Зилус. Угу, вижу. Так, где идти? Одного вижу, помечаю. Так, серверная была здесь, я видел. Так, стоп. Нет, нет, не здесь. Слева от тебя. Ему дело стоит. Вот здесь. Угу. Ну сейчас он идет, спиной поднялся, я пойду. Угу. Да ладно тебе, в самых последних ящиках все. Ваш... 101 комната. Можешь записывать? Оу, фак. Так, где выйти-то? Так, ну я сейчас здесь слева выйду. Подсвети мне. Буду. Буду подсвечивать. О, где ему тут камера? Тут тоже камера и охранник. Но он сюда заворачивает, так что я через вот эту херню пойду. Флик, иди сюда идет, можешь идти в серверную. Сюда этот ковник придет. Я уже туда сходил. А, я в лукер... Я имею в виду спрятаться. Я уже сходил. А. Ты картину мы не забирал? А, я прошел это. Сюда хочу сходить. Тут есть кто-нибудь? А, вон один. А, вон двое. Я тебя спрашиваю, тебе деливери рум нужен, а ты молчи. Мне нужен тот, который был с фургоном, я не знал, как это называется. Отлично. Эй, ты что, не заходишь? Тут вот можно, короче, в сортиры зайти, открыть окно и выпрыгнуть на луку, если что. Вот через эту дверь. А, уверен? Окей. Потому что тут охрана и прочее говно. Нет, а по прямой я не пробегу? Пока. Ну, охранник вот этот вот бесяй. А, вот понятно, стоит. Понятно. Он ко мне идет. Охереть, тут камера. Боже, нет. Я чуть не испугался. Сюда лучше, сюда лучше не заходи, тут понятно, 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 понятно. О, тут тоже дохера народа. И он идет ко мне. И куда мне заходить? И куда мне заходить? Подожди, подожди. Сейчас мы. Я сейчас подожди, где. Сюда. Сюда, 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 да, 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 да. Ты уверен, что через туда? Мне кажется, вот этот ублюдок только. Все норм, я побежал. Так. Теперь эту дверь. Оп! Боже мой, вот это новое. О, фак, тут еще камера. Здесь вообще можно убрать как-нибудь камеры, нет? Как-нибудь чувака какого-нибудь прострелить? Я не знаю. Колено. О, господи, это что было? Что это был звук? Как будто транспортер куда-то ушел. А вообще нам сюда? Это не та комната. Может сюда? Вот сюда. Maybe. Либо левая дверь, либо правая осталась. Ну, Катя, понимаешь, что ты просто я тут осталась, пожалуйста. Я код еще не нашел. У меня две цифры. Да. Еще должен быть вид, может быть, в зоне. А где эта вип-зона? А где эта вип-зона, она здесь у меня? Маленькая комната с этим баром, помнишь? Вот еще на мне столе. Мне выходить отсюда надо. Не-не, я пожалуй, откажусь. Я тебе помещаю. Сейчас, стоп. Подожди, я на разведку. Ну я не могу. О, там The King. Так, о, король, тихо. Элвис ходит. О, ничего. Вася, да ты лучший. Че, убили Элвиса? Не-не. О, фак, тут козел сверху, сверху спускается, сверху спускается. А, баба, тихо. Я что-то отвлекся. Элвис падал. Так вот стелс и проваливается. Тихо, баба проходит мимо двери. Так. Ну,
Ну, в принципе, все. Можно бежать? Можешь пробежать, да. Можешь пробежать, и козел стоит. Тихо. В сортире все нормально. В сортире все нормально? Как вы вообще да. Это вышли? Ох ты, нихера себе. Флик, тебе идет один мудила. Да я сейчас его пойду. Не убивай, не убивай, не убивай. Так я не убиваю, он давай, убивай. Не-не-не-не-не-не, он повернется, повернется, повернется. Лучше не искать, там еще камера стоит. Алло, вот слышите, я только все. Вот, конечно, вы оба плохо стали очень. А что делать-то этот говнюк? Я его нет, вот Флик сейчас размонцует, он ладно. Уха. Кать, сейчас он отойдет? Вот. Куда в випрум пойдем? Сейчас найду. Holy fuck. Туда-то? Тебе? Не. Огонь. Боже, я сейчас посидею от этих звуков просто. Вот эта комната. Как? И как я тут пойду? Да, вот тут-то. Быстрее, через будете? Эту... Да, через... она не спалит тебя. Так научись, пожалуйста, через задний дворик, здесь дверка есть, ее приклопнешь, и можно будет подойти. Найти гостя в... Сейчас. Где-то там, что-то там. Кэблин Холли. Он любит играть в автомат. Да, вот эта дверка. Сейчас, сейчас. Короче говоря... Я вспомнил, да. Тот, вот только его нужно найти. А, вот, вот он выглядит, короче говоря, в розовой рубашке, черный галстук. Почти я лысый. Все, вижу, вижу, вижу. И может у слот машин быть. Я тут чувака тебе помечаю, я не знаю, как ты тут посидишь или что. Забавно, что я пошел. Тут двое, понятно. Тут их два, да. Я пошел мудилу посмотрю. Так, где ты есть? Шесть. Вот он, я нашел. Да, он возле автоматов. Он с этой стороны. И тут Элвис танцует и два охранника. И что мне с ним делать? А где пацанец? Ну, Кать. Ему, короче, надо подмешать в напиток какую-то херню. Это там понятно. Катя и Флик специалист. Катя, не помнишь, где пацанец? Чего последний? Не помнишь? А, или все, три цифры? Все, три цифры. Да, три цифры, да, да, да. А, все. Вы записали? 7, 5, 6. Да, да. Да, вот. Так, подожди. Что мы делаем? Зеленая бутылка. Мы должны подмешать. Ну я дойду до нее, если вы мне покажете, короче говоря, сейчас, здесь все чисто. Я сейчас, ее найду, сейчас, подожди. Сейчас, секунду, надо наверх пройти. Сука, охранник. Или ходи ко мне. Подожди, подожди, тут хоть и бэги есть. Иди ко мне. Красная. Не то. А, кстати, зеркало тут какие-то... Не отражающие, да? Да. Слушай, это какие-то чашки стоят. Розовые. Типа умываешься. Тут, по-моему, похоже, это купальник. А она на втором этаже, Катя. На втором? Сейчас попробую пойти на другую сторону. Ну, я сейчас прошел сквозь охранника. Думаю, это нормально. Ладно. 101-й, да, Ром? Флик, не бегай туда. Я наверх пошел. Ох уж это, давай, сука. Как же ты танцуешь, Вася. Вася, да, вот он, на зелёный. Оу, ей, бейба. Где я стою, там вот это вот... Кстати, давай, помечать я его буду. Ага, понятно. Втором. Так, ну что, ты достанешь флик или мне? Пробовать, у меня... Сейчас. Пинпуш. Тут ублюдок стоит. Вау. Хорошо, стоим. Блин, а тут запрыгнуть нельзя дальше. Чёрт. Серьезно? Да, плюс. Дай подсад, подсад. Да. Если бы. Если бы не было пенетрейшена. Ты типа ее забрал? Нет, подожди. Все, 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 я сейчас ее подмешаю мне. Напомните его стакан, когда он идет. Так он внизу же, нет? Да, он там внизу. Пакетик? Да. Окей, окей, чш, пакетик. Ей! Фак. Не знаю, как он меня не увидел. А вы можете поаккуратнее? Спасибо. Нужно наполнить его бокал. Да. Бокал все у тех же автоматов делать сейчас я. И тут охранник, и... Нет! Кирюха! Понял.
Понял, понял. Илюха! Он меня еще не видит. Миссы, поднимаю. Так, это точно мне надо в зал выпойти, да? Пройдем, пошли. Так вот сюда, пошли в туалет обратно. Уверен, он уже подвернулся. Фак. Я уже. Я размонцую, размонцую его, сейчас я. Во-во. Как же дебильно выглядит это все со стороны. Я просто поражаюсь. Эй, флик, такие два придурка стоят. Флик, флик. Лови сюрикен. Где он? Он в стене. Что? Кот я выбила. О, боже ты мой. Заходите в сортир, короче. У тебя 10 штук как было, так и осталось? Да. Ну, я собрал назад. Фак, 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 фак. Тут до хера гражданских. Тихо. Может с другой стороны обойти? Может с другой стороны обойти? Да как тут уже нельзя? Я не знаю, как вам обойти. Ну, через это, через администрацию. А, ну может, что-то в охране. Хотя вот лучше за автоматами. За автоматами было бы намного проще. Хотя нет. Погнали тут. Вау, Саямбу, что это? Боже, тут возле него два охранника стоят. Сюда. А, я понял, как вы там ходите. Там справа тоже ползет. Осторожно. Спасибо. Флик, дай сюда. Ой. Иди сюда, иди сюда, Флик. Подходи. Сюда встанем. Можно открыть. Он идет, скажите, когда пойдет. Пошел. Вот идет. Я лупнул камеру. Пошел, пошел. Флик, Флик, давай его уберем. Так зачем у тебя? Все, убирай, да. Убирай. Я лупну, лупать камеру буду. За уперы. Запакую его и в хранилище. Да. На всякий случай, сейчас еще разок. Все нормально. Так, теперь. Тут стоит мудак и стоит охранник. Ну я подойду. Спиной-то. Так, давайте подождем, пока охранник будет начнет двигаться. Или он стоит вот так вот и не двигается вообще? А, он, по-моему, стоит всегда тут, да. Статичный, да? Окей. О май гад, нихера себе он меня увидел. Подождите, 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 второй идет, второй идет. Вот же дерьмо. Куда я могу бежать? Туалет, туалет вот сюда. Вот сортир, сюда. Ух, хорошо, ну. Так, ушел. Да ну ладно. Тут еще баба гражданская идет. О, гражданский еще. Тихо, 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 увидел, тихо, тихо. Увидел. О, май гад. Ну. Ну это пипец. Так, я сейчас. Самый прикол подмешивания. Вообще охереть. Он еще и, блин... А тут не надо торопиться, ну. Сам последний. Так я что-то не увидел ту бабу справа. Не посмотрел. Сакс.